Здравствуйте, 29 мая 2022 года, нахожусь в парке Лугау. Вот такие цветочки интересные, даже не знаю, как они называются. Вот если знаете, напишите в комментарии, что это. Такой у них восковой отлив на листьях и на цветках. Вот восковой такой вот, как бы налет на них. Ну, так выглядит. Замечательно. Да, вот они тут эти. Кустарничек этот замечательный. Очень красивый. Не знаю, как они называются. Если напишите, буду знать. Вообще место интересное. Там у нас улица генерала Родина находится. Еще здесь что у нас есть? Здесь такие грибы растут. Тут есть аллея. Такая, знаете, рябиновая. Вот она. Рябиновая аллея. И тут растут грибы. То там, то сям. Вот такие. Сейчас поищем. Куда прячутся. Что это, сыроежки? Или я даже не знаю, как называются. Короче, что-то я не могу их найти. Там, короче, вот этот сам аграрный институт. Это аллея рябиновая. И, в общем, где-то вот в этой стороне много-много бывает грибов. Только я их что-то не могу пока найти в траве. Ладно, если вам интересно, сами приходите, поищите. Там остановка. Орловский аграрный университет. Вот. Места, в принципе, достаточно такое известное. О, нашел. Вот они вот так вот прячутся, видите? Вот они. Вот они. В траве. Вот, смотрите. Ну, это, по-моему, плохой гриб. Так, это что? Это тоже какая-то поганка. А вот, смотрите. Вот это я не знаю, что. Может, сыроежка? Напишите в комментариях к этому ролику, что это за грибы. Спасибо вам за просмотр. Всего доброго. С вами был Дмитрий из Орла, из парка Лугау.